Товарищ генерал-майор, личный состав специального подразделения полиции для проведения так специальных занятий построен. Доклад заместителя начальника управления полковника Столды. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Вольно! Налево! Прямо шагом! Марш! Всегда на страже. Их девиз не меняется уже более 200 лет, как не меняется и задача хранить закон и порядок, защищать страну от внутренних врагов, преступников и террористов. В Самарской области бойцы Росгвардии принимают участие в масштабных учениях «Заслон-2021». Сотрудники ОМОН на транспорте нейтрализовали условного противника, который на автомобиле пытался прорваться через КПП. Офицеры СОБР «Омега» обезвредили вооруженных бандитов, находящихся в здании. Под прикрытием бронетехники сотрудники Росгвардии взяли штурмом помещения, в которых укрылся противник. При этом часть условных преступников была нейтрализована, один из злоумышленников задержан. Пошел на другую сторону! Без осмотра, давай! Чистый! Без осмотра, вперед! За ходом занятий специальных подразделений Росгвардии наблюдали руководители правоохранительных органов и силовых структур Самарского региона. Результат учения оценили положительно. При проведении учения нами были смоделированы всевозможные ситуации, связанные с осложнением оперативной обстановки, которые требовали бы вмешательства не только наших специальных подразделений, а сил и средств взаимодействующих структур. Считаю, что цели и задачи показного занятия достигнуты, и все задачи выполнены точно и в срок. Оперативно-стратегические учения Росгвардии «Заслон» продлятся до 30 июля и станут подготовкой к масштабным сентябрьским тренировкам «Запад-2021». Светлана Кудрявцева, «События».